Смотрите сегодня в мужском выпуске «Тренди Лаб». Фэшн по законам драмы. Черное, белое и симфонический оркестр в показе Дмитрия Логинова. Режиссер, музыкант и художник. Знакомьтесь, Вудкит. Настоящая мужская загадка в новой коллекции Леонида Алексеева. Как попасть на страницы фэшн-блогов и другие кульные советы от Снежины Куловой. И, кстати, эту книгу вы можете приобрести всего за $50. Всем привет, с вами Снежина Кулова, и вы смотрите Trendy Lab. Я по вам лично очень сильно соскучилась, а вы? Пишите, обязательно комментируйте. Нас обвиняют в том, что мальчикам мы уделяем очень мало внимания и времени. Так вот, сегодняшний выпуск мы посвящаем вам, мужчины. Саспенс, меланхолия, тьма. Кто из российских дизайнеров приходит вам на ум, когда вы слышите такие эпитеты? Дмитрий Логинов, абсолютно правильно, молодцы те, кто догадались. Этот человек является эталоном стиля, причем не только в том, как он создает одежду для мужчин и для женщин, но и в том, как он лично сам примеряет ее на себе. Итак, Дмитрий Логинов, Арсеникум, весна-лето 13. Смотрим. Дима, ты, как всегда, очень стильно выглядишь. Ты, как никто другой, умеешь приятно удивить. В прошлом сезоне ты всех покорил своим показом. Это была потрясающая игра со светом, представленная история про Конкорд. В этом сезоне что нас ждет и какая будет история? Будем удивлять в первую очередь, конечно же, идеей, одеждой, принтами. Как никогда у нас много ярких принтов, много ярких красок. Опять же, есть черное, белое. Ну и, конечно, стайлинг. Мы присутствуем буквально в эпицентре подготовки моделей, где прекрасные мастера из Make Up For Ever делают макияж, где Минкс наклеивают свои замечательные ногти. Обязательно это посмотрите, это просто шедевры. Ну и, конечно же, мастера из Schwarzkopf делают прически. Это лучшие люди, мне кажется, этого города по каким-то невероятным укладкам. В сочетании с одеждой, с атмосферой, с музыкой и с гостями, конечно же, красивыми, все это произведет нужный мне и вам, наверное, тоже эффект. На что будет акцент? Что будет интересно? Прически необычные. Как вы видите, это такие два кокона на голове. Потому что инспирация этой коллекции, которая называется «Флора», посвящена хищным растениям и представителям мелкого животного мира, каким-то жучкам, паучкам, насекомым, стрекозкам. Что это за два таких шара? Мы делаем несколько такой немножко футуристический образ. В итоге вот вы видите, что у нас получается такое некое подобие то ли мухи, то ли стрекозы. То ли женщина-муха. И поэтому мейкап будет очень графичный. Но сегодня действительно необычно, потому что мы на самом деле применяем сегодня спецэффекты. Вот один из них вы сейчас видите. Это процесс так называемого купирования брови, чтобы затем после тонирования сливался лоб, височная кость. То есть остался акцент только на глаза. Никаких практически цветов, но придумали одну интересную фишку с глазами. Вот уже сидит модель Полина. Вот, собственно, у нее наклеены уже такие вот стекла, которые она изображает красивую белоснежную муху. Пожалуй, никогда еще не было столько цветов, потому что начнется все с белого, перейдет в красно-оранжевый. После этого вы увидите купальники всех цветов. Перейдем к ярко-синему в сочетании с желтым, золотым, фиолетовым. И закончим все, конечно же, черным, потому что драма – это наш стиль. Твои впечатления о показе Димы. Конечно, гениальная идея с этим оркестром. Я думаю, что в Москве никто этого все-таки не делал. Сочетание офигенное. В плане шоу было просто потрясающе. Когда началась вся развязка, хотелось схватить все камеры, вообще все вокруг, и снимать. Но руки тряслись.
вся музыка, конечно, Дима Шикарин. Дима всегда делает классные шоу. То есть в этот раз эти блестки, все это сверкающее, блестящее, это классный оркестр просто. У меня всегда была, можно сказать, мечта, идея сделать показ под живую музыку. В этот раз она наконец-то осуществилась. Причем этой живой музыкой будет не что-то, а целый большой симфонический оркестр с 50 музыкантов. Процесс создания коллекции, процесс отрисовывания эскизов, процесс того, как это появляется в голове, он не может быть заключен в какие-то рамки. Вдохновение могло взяться 2 года назад. И постепенно накапливаться, обрастая деталями, которые в итоге выливаются в эскиз, а после этого шьется платье. Поэтому мне сложно об этом говорить, откуда это берется. Главное, что это действительно накапливается, как только я понимаю, какая тема будет мне интересна, я ее вычленяю и начинаю рыть, копать, слушать действительно разную музыку, смотреть какие-то фильмы специальные, документальные, художественные, что-то читать, ходить на выставки. Обязательно во всем окружении ищу что-то похожее, что могло бы мне помочь именно с этим самым вдохновением. Дмитрий Логинов специально для Trendy Lab. В следующей части Trendy Lab. Музыкальный арт. Эксклюзивный репортаж с московского концерта Вудкида.